Gosman Kabirov has lived his life in the midst of a deadly secret. 40 kilometres upriver from his village is the Mayak chemical combine, the main production facility for weapons-grade plutonium in the Soviet Union. Ну вот там на горизонте торчат три таких спички, как бы скажем. Вот это производственное объединение «Маяк». Самый секретный объект у нас в Челябинской области. А может и в России. Самая грязная точка на планете Земля. Там собрано 2 миллиарда 400 миллионов кюри. Для примера, на Чернобыле взорвалось 50 миллионов кюри. Вот почувствуйте разницу. Это 200 с лишним Чернобылей. Такая концентрация там радиоактивных веществ. In 1957, just 6 months before Gosman was born, a storage tank for highly radioactive waste exploded at Mayak. It ended up in this river, already heavily contaminated with radioactive discharge from the plant in the early 50s. А здесь воду сливали с 48 года по 52 радиоактивные отходы, и поэтому мы пили радиоактивную воду. Вот висит знак, что запретная зона, проход, проезд запрещен. А в детстве вот здесь, на этой полянке, мы всегда купались, отдыхали детьми. И люди, которые жили здесь, работали на этой водокачке, живых никого уже не осталось. А никто вам не предупредили? Ну, говорили, что нельзя. А что? Говорили, желтуха какая-то. Про радиацию нам никто не говорил до 91-го года. Тут охраняла милиция, они ездили и нас выгоняли с речки, идите домой, и все, и больше мы ничего не знали. Просто секретность, она была только во вред, потому что они своей атомной бомбой не убили ни одного врага, а вот нашего местного населения здесь, муслиму, умерло большое количество и продолжает умирать. 42 years later, Mayak is still in operation, Russia's sole reprocessing plant for nuclear waste. And Gosman's village, Muslimova, is now acknowledged to be the most radioactively contaminated village on Earth. Gosman has been testing radiation levels in the area for the past 10 years. He's trying to prove that there is a link between the accident at Mayak and the deaths and diseases which followed. Судя вот по тем следам, которые оставили домашние животные, здесь вот они ходят на водопой, едят эту траву, которая здесь еще осталась, вот осень, в другом месте травы нету. Я вам сейчас хочу показать, сколько здесь микрорентген сейчас. Так что вот это молоко, которое пьют дети, они растущий организм, и вместо калия и кальция в организм попадает стронций, а в мышечную ткань попадает цезий. И очень много плутония, который попадает им в кровь. Здесь не то, что жить, здесь находиться нельзя. А что должен быть? Ну, для работающих профессионалов 17 микрорентген в час. А для обычного населения это 14-15. Вот судите сами, какие дозы у нас идут для населения, которые живут здесь каждый день. This measurement is over 80 times what is regarded as a safe level of radioactivity. Люди не боятся. Ну, люди боятся, куда деваться-то здесь. Сейчас же денег ни у кого нет, совхоз не работает, пенсии маленькие. И главное, что сделали. Вот сейчас вот люди здесь получают экологические деньги, как бы компенсацию за то, что они проживают на этой территории. Как только он уезжает, он теряет все льготы и компенсации, ему ничего не платят. Здесь зона добровольного отселения. То есть людей экономически привязали вот к этой местности. Они не могут уехать. Они уезжают, у них сейчас надо новый дом строить. А уехав, они не получают бесплатного лекарства, они не получают денег. То есть экономически, вот у нас законы такие дурацкие, что людей экономически привязали к загрязненной территории. And the compensation the villagers receive for living in Muslimova is a mere 33 rubles a month, a little over $2. Да, ты уже в чистой зоне. 43-year-old Rafid Maglutovich was Gosman's classmate at school.
He has already undergone 4 operations, 3 on his stomach, 1 on his spine. But he's lucky to be alive. Many of their other classmates are already dead. Ерик от радиации. Но Фазединов, Ерик, у него рак поджелудочной железы. Соседка, далеко не надо ходить, Галя. Рак поджелудочной железы. Может, не так. Нет, все равно. Молодая, да, 55-го года. Этот, Хуснутдинов Марат. Вот Марат, да, у него рак кожи был. Рак кожи, натуральный уже. Это самое страшное. Вместе выросли. Ну, мать от рака у него умерла, отец от рака. Мать от рака, отец от рака. У них все от рака умерли. А у нас, как бы это, нам сейчас что, осталось доживать потихоньку, ждать, когда мы умрем. Сегодня, завтра. Ну, не хочется же. Ну, не хочется, конечно, детей надо выучить. Rafid's wife, Gulfira, is 44. Last year, she buried 7 close relatives. Это вот мой умерший брат. Вот он умер. Осталось 3 девочки. 34 года ему было. Прямо это незадолго до смерти. Стенозился аорта и лопнуло сердце у него. Это на вскрытии показало кило 200 сердце у него было. Вздулось. Ну и вот на вскрытии... This is 4 times the size of a normal human heart. Напишите вот это вот. Врач на вскрытии говорит, это, говорит, только ваша радиация. Ну почему, говорит, вот радиация же действует, что растет все. А сердце-то вот такое вот выросло. Не понимаю, не понимаю. By the time she reached the age of 30, the radiation had caused all Gulfira's teeth to fall out. She, Rafid, and all the villagers in Муслюмово now have false teeth. Они, может, уедут отсюда. Тело невозможно, дети больные. У старшего одна почка врожденная. Потом у дочери тоже патологии врожденные. И сердце, и почек. Младший из болезни вообще не выходит. Все вирусы наши. Без конца болеет. Страшно. Both Gulfira's parents died from cancer. But her grandmother is still alive. Сама живая, а всех детей вот без конца вот хоронит и хоронит. Тоже горе. Но она уже старенькая. Еле ходит, но... Уже у нее вот слез нет, вот последнего хоронения. Она уже не может, она трясет не только, может, уже трясет бесконечные еще похороны. Нет, вот кто вот рядом с рекой, это там вообще ужасная картина. Ну и вот так вот, это вот, понимаете, в любую семью зайдите возле реки, они повторят мой рассказ. В каждой семье, каждая семья вот так вот. Бумаги не хватит писать. Over 1 million people in the Chelyabinsk region were exposed to huge amounts of radiation following the Mayak explosion. It took the Russian government 30 years to even admit the accident had happened. But in spite of the mounting evidence that the health of the population has been drastically affected, the government keeps details in strict secrecy. In 1996, Gosman formed an environmental organization called Techa after the river which runs through Муслюмово. Вообще-то я организацию создал со зла на них, на этот пломаяк, потому что столько моих друзей и родственников погибло от этого, от его деятельности, и мое здоровье насколько нарушено. Просто они мои личные враги, вот сами вот эти люди, которые кричат, мы для блага Родины, мы защитили вас от войны, от мировой, там, всю планету. Teacher is trying to make the state accountable to the victims of the Mayak accident. They tried, without success, to sue Mayak for compensation. И вот когда мы на суде судились по Mayak, тогда организации у меня зарегистрировано еще не было. И когда адвокат их сказала, ну подумаешь, там 2-3 человека погибло, зато мы, говорит, мир спасли от мировой войны. Вы понимаете? Вот эти 2-3 человека, это я, это моя семья, это моя теща, это мой тесть, или кто-нибудь, мой брат, или моя мать. The government has now put Gosman under state surveillance. Every demonstration is videoed by the police. Обычно просто в огороде. И приехав в Челябинск, я буквально через месяц провел акцию по реке Теча. То у меня было там 7 участников, а милиционеров было, наверное, человек 70.
А так, что вот я точно знаю, что мне ребята из милиции сказали, что с ноября прошлого года у меня прослушивается телефон, и меня взяли на заметку. They were noted in the West too. Tetcher's work won Gosman an International Soros Foundation Award. For this, the secret police and military accuse him of espionage. Когда Шапиро пошел на Северный полюс на лыжах, он выиграл такой же конкурс Сороса. Его никто в шпионаже не обвинил. А когда мы работаем против таких вот ядерной мафии, нас обвиняют, потому что ФСБ, военные и ядерщики – это одни и те же люди. Gosman's wife, Мелия, is also involved in his quest for justice for the victims of Mayak. She has been trying to collect data on diseases and birth defects in the area affected by radioactive fallout. Local hospitals have been very reluctant to give out information. But recently, she smuggled a dictaphone into the clinic at their home village of Muslimova and secretly recorded official admissions of the scale of the disaster. В Аргаяшском районе заболеваний нервной системы подвержены 72% населения, заболеваниям органов пищеварения 50%, крови 38%. Каждый пятый житель района – инвалид. Геннадий Брюкин, the professor of embryology at the Chelyabinsk Medical Academy, has also carried out his own unofficial research. Over the past few years, he has collected a large number of aborted and miscarried fetuses from the region. Это довольно распространенная патология. Это так называемая анэнцефалия. Анэнцефалия. Головного мозга практически нет у всех. Голова есть, а он головной мозг открытый. Череп открыт. Вот очень необычный плод мы получили буквально вот сколько здесь, 2 года назад, да? Смотрите, что это какой-то монстр буквально. Это вот все голова у него крупная, следы глаз, живота практически нет, мы его вскрывали. Там очень мало органов, одна почка и прочее. No records have ever been kept of the number of deformities in the community. Miscarriages and abortions weren't registered. Babies with mental and physical disabilities that survived were taken away from their parents to be kept out of sight in horrific state-run orphanages. Или русалка, их еще называют, нижние конечности сращены. Там такая вот голова крупная, сращение. В свое время у Мушлюмова рождался такой ребенок. У моей как бы даже знакомой, вот она только родила эту девочку. Забрали сразу и как бы концы. Это не тот ли ребенок, интересно? Мне трудно сказать это сейчас. Геннадий suspects the deformities are linked to radiation. But without a comprehensive study, he can't prove it. Просто так, без причины, это не может возникать. Правильно? Ведь природа умеет очень бороться с нарушениями внутриутробного развития. Она защищает и мать, и плод. Но если все-таки, даже несмотря на усилия природы, рождаются такие дети, значит, что-то есть какая-то причина. Мелия has sent the results of her investigations so far to the Ministry of Health, asking for a study of genetic problems caused by radiation. Years later, she is still waiting for an answer. Rosa Kazantseva is also still waiting for a response from the state. She was a school teacher in Muslimova for 17 years. In 1994, her young son died in his sleep. Her daughter Ksenia was born with cerebral palsy. After years of examinations, it has at last been officially acknowledged that Ksenia's condition was caused by Rosa's prolonged exposure to radiation during her time in Muslimova. Это решение регионального межведомственного экспертного совета по установлению причины заболевания. Ей поставлен диагноз органическое поражение центральной нервной системы, микроцефалия, синдром ДЦП, спастическая дисплегия, сгибательно приводящие контрактуры тазобедренных суставов,
пелоэктазия обоих почек. Вот такой диагноз. Заключение заболевания инвалидность связано с радиационным воздействием на родителей, мать, во время проживания на территории, загрязненной радионуклидами в результате радиационной аварии по маяк. Rosa and Ksenia moved from Muslimova 3 years ago to a nearby village. Consequently, they are now no longer entitled to compensation. Today, the land around Mayak is still farmed. Here, people grow vegetables and wheat, raise cattle, and pick mushrooms and berries in the forests. Most of the population are ethnic Tatars, Muslims with traditionally large families. But many of the generation who have grown up since the explosion are sterile. Gosman's own family is typical. His mother had 11 children and was even honored for her efforts. Вот. Союз Советских Социалистических Республик, матери героини. Gosman and Nelia, on the other hand, were unable to have children. Вот и сравните разницу. У матери было 11 детей. Вот у отца, он сам был последним ребенком из семьи из 14 детей. То есть у нас в роду всегда было много детей. И вот теперь в нашей семье вот 1-2 ребенка, которые могут еще здесь содержать и рожать. А очень многие просто хотели бы иметь детей, но они не имеют этих детей. Even more distressing for Gosman and the villagers is the belief that they have been used as human guinea pigs, forced to live in a radioactive area so scientists could study the effects of radiation on a captive population. Если авария случилась в 57 году, там узнали в 60-х годах, что это там опасно жить. Сейчас у нас 20 век заканчивается, 2000 год, а эта деревня до сих пор стоит на месте. Потому что, вот смотри, вот Поумаяк, да, через 40 километров в село Муслюмово, а остальные села себе перенесли. Если Муслюмово переселить, нас же по всей России потом надо искать, чтобы эти кролики-то подопытные-то собирать-то. Это же надо деньги платить, чтобы сюда перевести людей и исследовать. А тут, пожалуйста, вот она тебе, целая деревня, любого бери, любой анализ. Shortly after the accident, a new research institute was opened in Moscow. Scientists from the Institute of Biophysics would arrive regularly in Muslimova, taking blood and bone marrow samples from the villagers. У нас филиал Института биофизики, ФИБ-4, сейчас он как Уральский научно-практический центр радиационной медицины, так называется, где у нас были люди, собаки, овцы, кролики, там, крысы, мыши. Поэтому мы для них подопытные кролики. Это я точно могу заявить. Two thousand kilometers northwest of Mayak, on the Kola Peninsula, is the base of the Navy's Northern Fleet. But dozens of its nuclear submarines and ships lie scuttled in the icy waters along the coast. Their nuclear reactors still on board, in danger of melting down or leaking. There hasn't yet been a catastrophe to rival that which occurred at Mayak, but with each passing year, the risk grows greater. Sergei Filipov is a Russian activist working for the Norwegian environmental monitoring organization, Bellona. Вообще у нас примерно 150-160 лодок на сегодняшний день с ядерными реакторами, и все они представляют собой потенциальную угрозу. Не дай бог, что случится, не дай бог, выброс какой-нибудь радиоактивности произойдет. То есть все они стоят на плаву, и мы не можем вытащить из них реакторы, нам некуда их девать. Сергей lives in Murmansk, just a few kilometers away from the Northern Fleet's headquarters. This region has the highest concentration of nuclear reactors in the world. Вот на сегодняшний день, конечно, это угроза для всех нас, для жителей Кольского полуострова. Но вы знаете, вот иногда у нас даже шутят. Если что-нибудь произойдет здесь, то это будет, не будет проблема Кольского полуострова, потому что мы просто исчезнем слишком быстро. Это будет проблема вообще международная.
дойдет до всех, если что. Поэтому, если у нас есть проблемы, решать их нужно, конечно, корпоративно. In total, 505 vessels carry nuclear weapons or are powered by nuclear reactors. 300 of those are ships, 205 are submarines. It's the largest nuclear fleet in the world. The United States is funding the decommissioning of many of Russia's more modern nuclear submarines, those which pose a military threat. But it's a long and painstaking process, hampered by a deeply secretive military and a corrupt bureaucracy. Out of 88 submarines earmarked for decommissioning, only two have been completely dismantled. And there is so far no offer of financial aid for the decommissioning of the older subs, which pose the greater ecological threat. Initially, many hoped that with the end of communism, the dangers could be overcome. But for the environment, much has stayed the same, and a lot has got worse. The problem is that the nuclear industry is still seen as more of a security issue than an environmental danger. So here too, people who try to expose the dangers aren't seen as heroes. They're seen as traitors. Like Gossman, Sergei's every move is shadowed by the post-communist successor to the KGB secret police, the Federal Security Bureau. 5 years ago, the FSB accused Norwegian-funded Bellona of spying for the West. Когда началось дело Белуны, у нас офис располагался совершенно вот рядом с ФСБ. Вот это вот здание ФСБ. Вот за железным забором. Здесь здание ФСБ. Когда началось дело Белуны, у нас вот в это здание забрали всю нашу технику, вот в это здание, которое слева от меня, компьютеры, технику. И в это здание водили нас на допрос. As Sergei and his colleagues were being questioned in Murmansk, a co-worker in St. Petersburg, Alexander Nikitin, was arrested for treason. A former chief engineer on a nuclear submarine, Nikitin spent 10 months in a maximum security prison without trial. Bellona eventually secured his release, but for the next 4 years, Nikitin fought a vicious legal battle against the military prosecutors. His crime was to write a report for Bellona, in which he detailed the dire condition of the Northern Fleet's nuclear submarines. Not only did Nikitin's report simply compile information that was already publicly available, a Russian law states that information regarding ecological dangers must be revealed. But the government portrayed him as a traitor to the motherland, a seller of state secrets. Finally, last September, the FSB was forced to drop all charges. Nikitin is now back at work in Bellona's St. Petersburg office. Я думаю, что им не очень удобно иметь, в принципе, скажем, неправительственные организации, которые работают так, допустим, как работает Белуна, как работают другие неправительственные организации в первую очередь. И, конечно, им неудобно иметь людей, которые как бы имеют позицию, которые понимают эту проблему, которые их позиция не совпадает с их позицией. Поэтому они, конечно, стараются как бы убрать этих людей с помощью, там, скажем, теми способами, которыми они хотели убрать, скажем, меня там, других людей. Им не нравится это, и они об этом открыто говорят. Since former KGB spy Vladimir Putin came to power, he has further strengthened the hand of the security services. At the time of Nikitin's prosecution, Putin was the head of the St. Petersburg Federal Security Bureau. In July 1999, he advised his secret police to crack down on international environmental groups. Alexander Nikitin keeps a copy of Putin's decree on his desk,
to remind him of how little has changed. Где он говорит, что, к сожалению, зарубежные спецслужбы, помимо дипломатического прикрытия, очень активно используют в своей работе различные экологические и общественные организации. Здесь об этом сказано. But the environmentalists are even more concerned about another of Putin's initiatives. Last May, under the guise of reducing government bureaucracy, Putin abolished the only state environmental watchdog, the Committee on Ecology. This effectively gave complete freedom to the government to exploit the country's resources. Activists held a mock funeral for what they saw as the death of any state commitment to protect the environment. Правительство, у правительства как бы есть свои интересы, которые иногда не совпадают с интересами общественных организаций. Наш интерес в том, чтобы при рассмотрении подобных проектов, вот атомных проектов, в первую очередь учитывались последствия экологические, последствия на состояние здоровья людей, на вот это учитывалось. У правительства совершенно другие интересы. Им главное получить деньги для того, чтобы пополнить казну. And lots of it. In December, Parliament approved a law allowing the import of spent nuclear fuel for reprocessing in Russia. The contracts with several European and Asian countries are worth $39 billion. And the reprocessing plant, which will take an estimated 20,000 tons of spent fuel over the next 10 years, is none other than Mayak. Зеленое движение в России — это не патриоты своей страны, да. Не патриоты своей страны, потому что мы как бы препятствуем процветанию, если пойдут там всякие зарубежные отходы к нам, это дополнительные доллары, это дополнительное тут процветание, это же вроде бы как на благо народа. In Chelyabinsk, the main city of the South Urals, downwind from Mayak, environmentalists have been alerting residents to the coming dangers. 2.5 million Russians signed a petition calling for a national referendum on the proposed import of nuclear waste. According to the constitution, if more than 2 million signatures are collected, a referendum must be held. But the government declared only 1.9 million signatures to be valid. Они говорят, что вот привезем сюда отходы зарубежные, получим деньги, и тогда людям поможем. А мы считаем, сначала надо людей переселить, помочь, и потом уже пусть они решают об других проблемах. Сначала надо отдать старые долги. А мы так не верим. Они сейчас привезут эти деньги, опять они пропадут в этих чиновничьих карманах, они осядут на заграничных счетах, а вдруг еще большая авария будет, и тогда вот здесь население окончательно вымрет. And that almost happened just 5 months ago, when an accident in a nearby power station left Mayak without electricity for more than 20 minutes. И если бы на ПО Маяк не включили запасные генераторы, то могла произойти мировая катастрофа. Мы очень рады, что этого не случилось. Но они всегда говорили, что это невозможно, но вот случилось же, что вся энергосистема была блокировано, и ПО «Маяк» 22 минуты находился без электроэнергии. Так что наша планета была на грани катастрофы. Investigations found the near miss to be a result of human error. Маяк has all but destroyed a community whose ancestors have lived here for centuries. Just outside Muslimova, the villagers have begun to plant a forest. They want it to be a living and growing memorial to the victims of radiation. But should Mayak become the dumping ground for the world's nuclear waste, they fear another accident could destroy the people and land forever. Вот здесь жили люди, рожали детей, радовались, а теперь все это брошено. Грустно, очень грустно. Люди старались, строили. Они говорят, давай нам еще зарубежных отходов завезем.
со всего мира. Вот я обращаюсь к зарубежным странам, которые хотят нам поставлять зарубежные отходы свои радиоактивные. Хотите, чтобы у нас было хуже, чтобы мы все умерли? Привозите, пожалуйста. Наши чиновники, наши министры и наш президент за доллары продадут все. Нас уже продали. Слава богу, наверное, 48-го года вообще про нас никто не думает.